Собственникам домов не придется убирать прилегающую территорию за свой счет. Соответствующий законопроект не прошел на последнем заседании областной думы. Региональное отделение Либерально-демократической партии России было в числе тех, кто его не поддержал, заявил депутат этой фракции Дмитрий Пьяных. По его словам, партия также будет добиваться, чтобы пожелания граждан были учтены и в областном бюджете. Его собираются принять в ноябре. У нас за год накопилось огромное количество обращений от наших граждан. Если наши предложения будут учтены, если наши вопросы будут отражены в этом бюджете, если вновь принимаемый бюджет будет отражать интересы большинства граждан, то, конечно, фракция ЛДПР выступит за большинство граждан и этот проект поддержит.